Многие знают, что в мочках ушей и стопах есть множество нервных окончаний, но мало кто знает, что они также расположены в руках. А ведь это позволяет нам делать поразительные вещи с нашим телом. Китайская медицина, в частности рефлексология, утверждает, что на руках расположены активные точки, с помощью которых можно воздействовать на тело и душу. Ладонь. Начнем с ладони. Специалисты говорят, что ладонь ответственна за эмоции и чувства. Кроме того, регулярный массаж ладони предотвращает запоры, стресс, тошноту и понос. Большой палец. Если у вас разболелась голова, не спешите рыться в сумочке в поисках обезболивающего. Попробуйте сперва на 5 минут сжать свой большой палец. Мизинец. Считается, что этот палец связан с самооценкой, нервным состоянием и стрессом. 5-минутный массаж заметно улучшит ваше самочувствие. Средний палец. Вы раздражены? Уймите свой гнев, зажав средний палец на 5 минут. Рефлексологи говорят, что это упражнение успокаивает и понижает давление. Безымянный палец. Сожмите безымянный палец на 5 минут, чтобы избавиться от тоски и прочих отрицательных эмоций. Ладонь к ладони. Если вам доводилось заниматься йогой, то вам знаком этот прием. Он помогает сосредоточиться и нормализует кровяное давление. Указательный палец. Рефлексологи полагают, что указательный палец связан с мышечными болями. Кроме того, сжав указательный палец и слегка встряхнув его, вы избавитесь от страха, смущения и разочарования. А что об этом думаете вы, пишите в комментариях. Обязательно делитесь этой записью с родными и близкими. До встречи в новом видео.